Здравствуйте, с вами Валерия Макарова, и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Баскетболисты клуба «Самара» с разгромным счетом обыграли «Рязань» в матче чемпионата Суперлиги. Решающий удар самарцы нанесли сопернику во второй четверти. Точными бросками из-за трехочковой линии отличились Александр Корчагин, Алексей Зазулин, Максим Числов, Дмитрий Головин, Алексей Чиликин. На перерыв команды ушли со счетом 51-25 в пользу «Самары». А есть там причина у нас определенная для такой невнятной игры, и количество народа у нас ограничено. Действительно, там играем вшестером, уже там 10-ю игру, 6 человек, им тяжело, конечно, играть. Преимущество самарских баскетболистов продолжало расти и во второй половине матча. Концовку хозяева паркета провели уверенно. Играли в свое удовольствие, побаловав зрителей эффектным баскетболом. В защите стояли стеной, не нарушая при этом правил. В атаке игроки радовали индивидуальным мастерством и снайперскими бросками в кольцо. Мы работаем над этим каждую тренировку, выкладываемся. Но, тем не менее, могу отметить, что все равно есть над чем работать. Взаимопонимание приходит. Сейчас очень интересный чемпионат, и нету слабых команд, как бы можно ожидать сюрприза от любой, поэтому нужно готовиться, работать, и как бы я надеюсь, что это даст результат. В итоге «Самара» без видимых проблем довела игру до самой крупной в текущем сезоне победы – 94-56, установив при этом два клубных рекорда – максимально набранное количество очков за матч и максимальная разница в счете – 38 очков. Проиграли, ну, видно даже по счету, обидно то, что много. В первой четверти сражались, но потом, можно сказать, нисколько потели, не забивали свои броски из-под кольца, там свободные броски позволяли. Очень много забивать легких очков в «Самаре». Убегали и теряли игрока, и нам забивали, нас наказывали за это. Первой звездой матча стал самарский баскетболист Константин Кадыков и его 16 набранных очков. Из них 4 трехочковые плюс 2 подбора. Уровень нашей суперлиги. Одна команда полсилы играет и выигрывает почти за 40 очков. Впереди все остальные матчи. Это с «Сахалином», это с «Владивостоком» и кубковая игра с «Ревдой». Там, естественно, будет совсем по-другому игра складываться. После своей победы самарский клуб поднялся на 4-е место в Суперлиге. Соперник же опустился на предпоследнюю строчку турнирной таблицы. Лидер чемпионата страны – Новосибирск. Это были все новости на сегодня. И помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем.